Кореянка! Замуж берем? Пойте вместе. Привет, я Даня, мне 10 лет только. Играет твой плейлист, и я снова бешусь. Ты поставишь мне лайк, я не подпишусь. Подпела колонки, ты целуешь меня. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Ничего себе. Ты чё плачешь? Всё хорошо, успокойся. Вот цветочек. Чё, очки вспотели, этот, вытри. Давай, не переживай, держи. Не постанова, 100%. Б. Только что ложись спать. Как с ней поговорить? О, что я сделал? Она взорвется! Бам! Мне ничего не делать? Нет, ничего, просто расслабьтесь. Почему мне смешно уже? Я тебе говорю, проснусь, и вместо того, чтобы привычно, как я обычно делаю, читать Нью-Йорк Таймс и смотреть биржевые брокерские проценты. То, как ты его нашла и чем зацепил? Зафиксировано. Вот сейчас зафиксировано. Все зафиксировали? Что? Есть у кого знакомые менты? Менты есть у кого? Ничего не зафиксировано! Я только зашел, что за хуйня? Хороший вопрос. Что это за хуйня? Это Кира, моя девушка. Я снова обогнал их, Нет, не надо слез. Нихуя себе флешмоб. Это наш последний день на Титанике. Все под концом. Спасаю пальцы. Цепь на мне, сыплавэ, сотни сук на выколэ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, это новый кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так. Ага, все. Так. Нормально ртом держи, а потом, ага. Она полная. Пиво хорошее пьет, кстати. Ага, бля. Нереально. Там горлышко у него дурацкое. Два. Это пиздец. Эрга. Я пытался пить. Вы слышали, я же пил. Так. Вот так вот. Ого. Всё, изи. Это что, этот как его? На трон вы только говно играет всегда еще. На трон, как эта игра называется? А, у меня школ нету, а на школу нет денег, ребятки, соли. Ну, на трон. Да пускай люди, а зачем? City Skyline, точно. Вот завод, вот дом, все, что тебе еще надо, блядь? Точно, точно, City Skyline. Бля, это офигенно. Он не перли сейчас, я надеюсь? О, это офигенно прям вообще. О, закаливание, такое хорошее закаливание. А как вы поняли, что я су? А как вы поняли, что я су? Дураки, как вы это поняли? Объясните мне. Вы что пишете? Как вы поняли это? А есть хорошие люди, которые не пьют? Люди, которые не пьют, они всегда вызывают некое подозрение. Вот, типа, знаешь, ты приходишь... Дробовик от Натрона. Все такие, типа, навеселе, все такие... Па-пу. Что это за... Я не помню, что это. Всё, давай. На, быстрее, присасывайся. Присасывайся и... Чеку дергай и пей. Блин. Давай!
Реально, Костян, Дефлуди заебал, блядь. Реально, Костян. Я не могу так дышать. Ты все выпил? У нас вторая есть, блядь. Блядь, какой же долбоёб это пиздец. Бля, трэш. Кухонные чуть такие хорошенькие. И вот сидит этот чел, блядь, в углу такой. И не пьет, сука. И вот ты смотришь на него и думаешь, ты падла, блядь. Ты что, сука, сидишь тут, скотина блядская, привет, а? Ты что-то замышляешь, паскуда, тварь? М? Ну, это я. Что-то замышляешь, блядь? Ну, это не я. Нет, блядь, нет. Это не я. Шпион, блядь, шпион, блядь. Здоров, модник, такси подъехал. Дверь была лишней все равно. У меня какао закончилось, ебаная жизнь. Это комар? Тебе пизда, братан. Он улетел! А как ты? Ты притворился, что ты жив? Блять, сука, он улетел. Ты комната страха? Да, комната страха. О боже, что за кринж-вумен. Извините. Ого. Удалить? Удалить? Сейчас тогда удалим. Да, удалим сейчас. Че? Вот файл. Вот этот файл? Да, да. У тебя вот так удаляется? Да. Чтоб можно было восстановить потом. Нет. Что, дурак, что ли? Удаляй! Мы прижали к стенке, ёбнутые, блядь. Хватит, давайте, пойдёмте. А чё вы так стоите? Ты загибёшь! Ебать. Пизду! А, там же ты за пилой, нахуй, на пилу идёшь! Аааа! Чё это? Что это было? Батя! Нахуй! Посмотрите! Обычная собака! Так. Собака красавы! И собака Эвелона, нахуй! Не то, что я тебе сказала. Вообще я... Да, я вообще первое время, вот первые минут 30, у меня клоун мод какой-то от Дмитрия Алекса. Я супер плохо играю. Это что за хуятина? Но через 30 минут ничего не меняется. Хуй сос ебаный. Я думал, у меня было так, что заебись. А потом, я не знаю, может реально какая-то болезнь еще не открыта. Типа, ну, вечный тильт. Типа, ну... Да, ну, будет человек. Может быть такая болезнь, если задуматься. Типа, вот у меня, смотрите, в жизни не происходит ничего плохого. Но я все равно, ну, мне не очень. С мамой мы познакомились, грубо скажем, год два назад, ну серьезно. Как она могла познакомиться с мамой год два назад? Это баба, пиздец, там сидит на хмуром, сидела. Невозможно, тебя мама рождает, ты из пизды вылазишь, и ты такой... Нереально. И вы уже познакомились, чё она пиздит? Подожди, подожди. Типи, похуй. Ну, в хэштеге написано, что... Кто? Я ничего не скринил. Блядь, палево ебаное. Да за нахуй, ну не... Рикс, чё ноешь? Я боюсь. А вдруг пиздец, слышишь? Ну, надо ближе тогда. А в ТикТоке нет ничего такого. Да ты иди нахуй, говорит, нет ничего, блядь. Каждый уважающий себя мужчина хоть раз на такую хуйню попадал, блядь. А потом сидит, показывают. Я ебал, нахуй. Там есть. Я ебал. И чё, Володь, даже не заскрипнул? Не, не очень. Оп. Чат, чё такое, блядь? Оп. Всё, хватит, блядь. Было, ну, было. 30 герц, извините, блядь. Блядь, Андер вышел. Нихуя. Нормально, чел, свертухи ебанул мне в прыжке, блядь. Руки. Руки, я сказал! Чё, ты такие клоуны. Медленно. Анина ЛПшка. Слово хуй и пнули его в мою сторону. Сохранена до сих пор, нахуй, блядь.
Вот эти буквы. Fucking shit. Объем имеем. Fucking shit. Объем имеем. Вперед. Есть. Все имеем. Fucking shit. Рукава. Блядь. Мисс Бихей нахер спиздили с меня. Рукава вот эти. Блядские. Опущенный этот, блядь. Подоконник. Боковины, блядки. Это я пришла на рынок перед 1 сентября с мамой чисто. Подоконник, боковины, блядки. Вот, вот, вот материал, блядь. Они вот это, нахер, клеенку продают, блядь, по 5-3 тысячи. Вот материал. Все сохранено. 2 года, ёбаный, блядь. Мягон. Алло, где звук, сука? Слушайте, только что знаете, какого видел долбоёба? Трикс. Императорский дворец, прикиньте. И прям газон. Поливалочка, он подошел к этой поливалке и начинает, блядь, эту воду собирать и умывать ебало себе. Прям возле, прикиньте, парковая зона, императорский и храм, блядь, а он, а оно умывает ебасосину, сидит. Фу, какое же конченое, блядь, никакого. Как красиво. Даже не хочу говорить. Просто, знаете, быдло нахуй. Что? Камень? Что? Говорящий камень? Шах и мат, атеисты. Проделки Христа! Проделки Христа! Говорящий камень, блядь. Красиво получается, смотрите, земля светится. Что на это вы скажете, аметисты? И после этого вы скажете, что Бога нет, светится земля. Это Петра... Ебать. Ебать, я заль... Куда? Куда? Поменялось. Поменялось, вот это лянь. Технологии. Сейчас послушаем.